Ари Фьюиза Хапутал. Чугур защистал, взял Махаджим, Гутур защитал, нашел Лашхом, и Чугу Витал, Лазипхал, Цитфадахини, Лоутеквал. Гамафу, Фабут Тогар Мацахами, Чмафу, Чат Тогар Жир Кепшими, Мужога Чурам, Чагутет, Непи Нчепи, Доктхат. Тек он Рашхур, Каздат Хорат, Слешхарунна, Марахехо, Тугу Качижи за Чабля Чурам, Рашхам Коденев, Шаузахар. Нахуй вав обсо, зажари умсо, взяком дахо, хопсал узафо, цифор арнафо, татоз седеу, седеу седеу, каол татоз кор, цифром гунапкай айим а, татоз мгумачо, сик зажари нежо, джавапр тетежи, дуней нафнам, шихуэр цифра, цифра трунтиз, кляуштеп нежи. Кто джоко ушел, затеферен, замаш миллион, паха. Тихорог бицует миллион чара за алкуха. А дегеем и чего у нас бремен точек кеньёк. А кемой хоу за хаал у нас чё. Тихок бицует на брем. Ещё чё шре ем советский союзин. И кекутца кахаусу. А кемой ашиш на брем юр. А дегеем андрукой кусен. Рюхакор кемчанут. Атумус Айдамур, Кош Али, Набре Дауд, Тауша Исмахиль, Финца Абдачу. Набре Фукутфума, Шитхун, Орден, Естественник, Медаль, Бер, Паратор. Как она встретила, когда еще в ее Ангуа, там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем спиной к обрыву встали, но тут раздался голос детства. Наивный, чистый и живой. Чулочки тоже сняли, дядя, не осуждая, не броня, смотрели прямо в душу глядя, трехлетние девочки в глаза. Чулочки тоже, и смятением вдруг эсэсовец обеих. Рука сама с собой с волнением вдруг опускает автомат, и будто скован взглядом с ним, и кажется, что в землю врос. Глаза, как у моей дочурки, в смятении смутном произнес. А веян он невольной дрожью, проснулась в ужасе душа. Нет, он убить ее не сможет, но дал он очень спеша. Упала девочка в чулочках, снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если дочка твоя вот здесь бы так легла, и это маленькое сердце пробито пулей твоей, ты человек, не просто немец. Ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсовец угрюмо, с земли не поднимая глаз. Впервые может эта дума в мозгу отрадованным заглать. И всюду взгляд струился синий, и всюду слышится опять. И не забудется навеки, чулочек дяди тоже снег. Особенно напряженные бои разгорелись в 10 километрах южнее Краснодара, за аул Шинджи. Противник создал здесь мощный узел сопротивления, но ничто не могло остановить наступательный прорыв советских воинов. В боях за Шинджи погибло около 300 солдат. Шинджи был освобожден. Занимал противонара, щитился с носа выпахила, упал в плите пожал, а я прижижи захопотал. Шагун щиту за умахаджем, бужа щитом и шпиногаджем, Девчагу метод лазихал, тут водопрени лоу тепла. Зала, абу шача поцку, вода царьмаха поцитла. Зала, абу тина макарихал, тина макатихал, тятышка, тяахальха, захидашал. При оккупации немцы расстреливали за непоминовение, за отказ служить им, за отказ уехать в Германию. Так более 20 молодых парней были расстреляны за старым зданием школы. Ежедневно хоронили несколько человек,
иногда целыми семьями. Семью Дачлеш полностью расстреляли. Немцы устанавливали свои порядки, слежку за молодыми. Так 6 месяцев Шинджи находился в режиме оккупации. Чтобы помочь, что у кого сейчас у меня, и чтобы брать